Начнем выпуск традиционно с оперативной информации. В Великодолинском полиция задержала злоумышленника, который, угрожая огнестрельным оружием, пытался ограбить пункт приема металла. Мужчина был в балаклаве и, как позже выяснилось, под действием наркотиков. Непрошенный гость на отказ отдать деньги отреагировал выстрелом в стену, а затем и в весы. Полицию вызвал сам приемщик, который ввязался в драку со злоумышленником и буквально вытолкал его на улицу. Зачем сюда пришел с оружием? Обожевать. Ранее были такие факты? Нет. Зачем стрелял в людей? Испугался сам и их решил напугать. Понял. Оружие где взяли? Дома. Кому принадлежит? Жене.